Так, начало церемонии через час. У нас все наряжено и готово, так что расписывайтесь спокойно и приезжайте, я вас не подведу. Дарья, все супер, но у меня одна просьба. Я понимаю, что церемония совсем скоро, и, в общем, я поняла, что очень хочу, чтобы кольца выносили не мои племянники, а альпаки. Кто? Ну, альпаки, зверушки такие. Я их сама никогда не видела, но мне сказали, что они очень милые. Если успеете организовать, мы вам еще 10 тысяч накинем. Не видела. Милые. Надо, чтобы вы подстригли двух пуделей и привезли их ко мне через час. Плачу 3000. Ну вот и отлично. Прикиньте, пришел к нам в гости Андрей Губин. И посреди истории уснул. Да хорош ржать, человек все-таки с ночной смены. Такие девушки, как звезды. Теперь 3 по цене 2. Надо ценники поменять. Ты, главное, не отчаивайся. У тебя еще все впереди. Главное, не бросай этим заниматься. Мало ли кто тебе тут что сказал. Егор, ты что, дебил, что ли? У меня просто прыщ выскочил. И поддержка, блин, моя вам уже не нравится. Это же все, что я в качестве наставника делать умею. Нафиг я вообще на это согласился? Думаешь, я тебя не переиграю? Думаешь, я тебя не уничтожу? Да сука, электронная шваль! Сявка покорная! А, нет, отпустите! Я должен его переиграть и уничтожить! Многие спрашивают, Кристиану, как в свои 36 лет ты остаешься в такой шикарной форме? Ответ прост. Я правильно питаюсь, много сплю и очень много тренируюсь. Так, стоп, стоп, стоп! Вы же должны были сказать, все потому, что я каждый день съедаю по 2 килограмма белорусского сала. Да никто не поверит, что можно жрать сало и вот так выглядеть. Мы заплатим 86 миллионов долларов. Знаю я вас, белорусов. Скажите, что 86, а заплатите максимум 3. Все, мне пора спать и тренироваться. Я просто шла по улице, а он взял и облил меня с ног до головы. То есть вы хотите подать заявление на дождь? Так, если вы нормально не будете выполнять свою работу, я сожгу деньги, которые собиралась вам заплатить. Да-да-да, погоди ты! Сержант! Отнеси в КПС этого негодяя! Служу отечеству, как говорится. А можно вот на этой прокатиться? Да, конечно. Блин, ключи с детонатором перепутал. А этот придурок-то молодец. Не Шайа Лабаф, конечно, но маскирующихся десептиконов мочит будьте нате. Не поняла. Алло! А что это за деньги ты мне перевел? И ты вообще где? Через час свадьба! Это я вернул гонорар за эту свадьбу, потому что я устал заниматься этой пошлой вульгарщиной. Я человек искусства и теперь буду искать прекрасные мелочи. О, какой изумительный червячок! Юра, ты там что, дерябнул? Абсолютно верно! Господи, как же я устала подчищать за безответственными людьми! Ну, вроде похоже. А разницы в качестве все равно никто не заметит. Привет, Дашка! Организуешь нам завтра корпорат? Но я ж вам только вчера устраивала. Да, но сотрудникам надо боевой дух поднимать, а то у нашей компании дела плохие. Может, из-за того, что мы кучу денег на корпоры тратим. Короче, ситуация грустная, так что давай замутим что-то в стиле Звягинцева. Хорошо, я подумаю. И лампа не горит,
Опять заглох мопед. Ты чё, опять пыль сварила? Да? Мы ж её на Новый год оставляли, дура! И в манке лишь комки, и крошки все в постели. Дед, а ты как ослеп? Да я гроб себе варил. А чё без сварочной маски? Да какая разница, всё равно ж помирать. У вас, Сергей, как выяснилось, рак. Рак чего на этот раз? Рак вашего предыдущего рака. И я вместо 3G сломался шпенгалет. Ну что, нашли? К сожалению, за целый год мы никого не нашли. На земле нет ни одного человека, кто был бы беднее вас. Нет! Может, вы тогда хоть купите у нас фотку какого-то пацана? Порезался травой и в пицце ананас. Я снесу твой дом к чертовой матери! Чтобы построить очередной храм? Нет, я возведу на этом месте пустырь! Ах ты ж, сука! Ай! Зачем? Чтобы забрать все деньги, выделенные свыше, на строительство пустыря! Тьфу! Все у тебя заберу, даже это! И дырка на носке, на мокрый сел стульчак. Ох, хорошо! Ох, благодать! Вы чё, сволочи, творите? Трахаемся? Не ври мне! Вы тут греетесь без меня! О, как тепло! В зубах застрял укроп, в эфире Соловьев. И маленький писюн. Блин, я, кажись, еще и оглох. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ровно 20 лет назад и 104 дня я в первый раз не пил в субботу, чтоб забрать тебя. Ночами напролет не спал, машину с гаражом продал, чтоб ты могла ходить на скрипку и вокал. И целый год я в коме был, когда тебя твой одноклассник вдруг ветрянкой заразил. Потом ты стала симпатичной, я ружье себе купил, за что 3 года сидел, ведь без лицензии хранил. На выпускном с ножом в боку я защищал тебя как мог, чтоб не досталось физруку. Но на бюджет ты не прошла, шарагу платную пошла, и я так рад, что там Серегу обрела. Ну вот и все, свободен я. Теперь пусть муж твои проблемы принимает на себя. Пускай ночами он следит, чтобы не вышло ты в окно. Да и кредит на эту свадьбу я оформил на него. И пусть растит твоих детей. Их батя, кстати, из армейки, дембельнется через день. Меня, Серега, извини, но правду с мужеством прими. Всю жизнь страдал, но дочку все же передал. Я буду жить, прощай, жена. Ой, я забыл сказать, что ты теперь мне тоже не нужна. Семью сумел поднять с колен, а сейчас прости меня, Елен, давай сама. А я поехал на сама. Короче, все отменяется.
свадьбы не будет. А почему? Да потому что мой папа загрузил видео в WhatsApp и, видимо, случайно общую рассылку сделал. Лживая паскуда! Я же из-за тебя на бульдозериста не доучился! Мразь! Блин, жалко, конечно. Но предоплату я все равно не верну. Пс, чел, есть крутая тема. Сейчас ты смотришь анонс от телеканала «Дважды два», а мне за это крутой кэшбэк падает. Согласись, справедливо. Так что смотри. Я хочу, чтобы ты встал на колени. Целуй перстень. Ты не галлюцинация и не подсознание, терзающее меня за все мои грехи. Ты настоящий. Обожаемый друг! Я все сделаю идеально. По-вашему, по-молодежному, это эпично!